На Фонтанной 28 произошло ДТП с участием двух автомобилей Toyota Harrier и Toyota Passo. Типичные догоняшки. Такая ситуация не редкость в плотном загруженном потоке машин, когда расстояние до впереди идущего автомобиля очень маленькое. В такой обстановке легко потерять бдительность. Это и произошло с водителем Toyota Passo, двигавшимся по улице Фонтанной за Harrier'ом. В какой-то момент водитель паркетника в попытке предотвращения столкновения с впереди идущим автомобилем резко нажал на тормоз. К сожалению, рулевой Passo не обладал столь же молниеносной реакцией и ходом протаранил тыл собрата по автоконцерну. Единственный позитивный момент во всем этом – то, что масса Passo и общая скорость обоих автомобилей была небольшой. Поэтому в ущерб можно записать лишь сбитую с бамперов пыль. Не видя адекватных причин тратить свое время и задерживать других участников дорожного движения, водители приняли решение оформить европротокол и как можно скорее убрать свои автомобили с проезжей части.